махновский сброд заполнил Украину, и никому покой не обрести. Сам вождь загнал народ на гильотину, отрезаны спасению пути. Ретивый вождь, он режет по-живому, ему убить Обама подослал. И рады все безумному Содому, он весь народ распятию предал. И сразу все предателями стали, и отыскалась кукусклановская мразь. Они вождя, убийцу отыскали, тут нация убийцев родилась. Вождь-террорист людей невинных губит, но народ творца ему не победить. И эта мысль вселилась в души людям, народный суд ему не отменить. Обама, друг, оружием поможет, да только нам совсем не все равно, что он решил Россию уничтожить и вместе с Украиной заодно. Сгорело все дотла до основания, все города остались без людей, без крыш стоят разрушенные здания. Так кто ж придумал этих дикарей? Я жил в Дружковке, в городе прекрасном, теперь он беды не миновал. Тут Порошенко свой устроил праздник, и вот в огне палящем город запылал. Нет ни воды, ни света, ни свободы, зато фашизм отпетый налицо. И лишь в подвалах прячутся народы. Как страшно жить среди мерзких подлецов. Махновский сброд заполнил Украину, и никому теперь покой не обрести. Сам вождь загнал народ на гильотину, отрезаны к спасению пути. А ретивый вождь, он режет по-живому, ему убийц Обама подослал. И рады все безумному Содому, он весь народ распятию предал.